Девочки и мальчики, привет всем! Сегодня 31 октября. Вот, пожалуйста. И сегодня у нас Хэллоуин. Кто-то его ненавидит, кто-то его любит. А кому-то он просто интересен. И сегодня у нас Диленди. С 6 до 8 будет закрыт город. И люди в костюмах будут ходить по городу. Все бизнесы откроют свои двери и будут сидеть с конфетами и угощать детей. Поэтому мы сегодня с Винсентом приехали пораньше, чтобы занять парковку. А сейчас время где-то 5:30. Но в 6 часов здесь будет просто уже не припарковаться. Видите, вот какой парень стоит в чулках. Вот так вот, в халате. Но пока еще никого здесь нет, пока еще ничего здесь не начинается. Винсент у меня пошел кушать. Поэтому скоро. Вот мой Винюшка здесь сидит, видите, народу мало. Винюша, он у меня сейчас будет кушать, а я сегодня первый день на чистке. Кто знает, что это такое, поэтому я сегодня не кушаю. Ну что, Винсент у меня отужинал и по улице уже начинает ходить, видите, бананы, принцессы. Там вот бабочка пошла, смотрю. Вот, а сейчас уже начнется, я думаю, шествие. Вот видите, здесь у магазина тоже сидит принцесса в маленькой шляпке. Винсент сейчас увидел, он как раз покушал. И видите, вот тут вот парочка сидит уже на лавочке, они сидят, готовы смотреть. Вот там девушка, видите, тоже готова к чему-то. Видите, там вдалеке у нас горит полицейская машина. Это для того, чтобы не разрешать ездить никому. А там вот видите, вот за девушкой там наша машина стоит белая. Мы припарковали очень мажорно, потому что еще были места. Все, видите, закрыто везде. Ну что, это я. Вы готовы? Те, кто не любят Хэллоуин, выключайте сразу. Те, кто любят, и те, кому просто интересно, оставайтесь с нами. А на по пути в наш офис. Сначала хочу посмотреть, что там у нас творится в нашем офисе, кто чего, в каких костюмах. И оттуда мы уже пойдем в обратную сторону. Лавочки уселись. Сейчас покажем. О. Мама. Ну что, вот и наш офис. Давайте посмотрим, кто там у нас в костюмчике пчелы стоит. Смотрим. Я даже не знаю, кто это. Давайте зайдем в наш офис и посмотрим в офисе, что там, кто там есть. Так, who is here? Hey, hey girls, how are you? Thank you. Oh, yeah. So you ready? You ready? Ready as we're gonna be. Посмотрите, какие девчонки у нас одевают костюмы. Итак, ну что, вот где-то отсюда закрыта уже дорога. Здесь тоже бизнес какой-то открывает свои палатки. Смотрите, у девчонки какое лицо. I wanna see your face. Oh my God, look at, посмотрите. Посмотрите, какая. Hello, how are you? I'm doing good. Good. So, what is your costume? Who are you? I'm an alien. So, did you hear about like the Area 51 meme and stuff like that? That people did were gonna raid it. Yeah. So this is gonna be an Area 51 tent. Oh wow! Wow, it's gonna be a raid. Она, короче, alien. Yeah, so alien. I'm an alien. Инопланетянка. You look like one from Star Trek. Thank you. I was trying to go for the kind of original yet cheesy alien. So. Ну что, сейчас пойдем в ту сторону. Вы видите, какие красные идут. Я уже подумала. Не наш ли это стилист идет, как его фамилия, это нашему стилисту. Сергей Зверев, думал, идет. Идем от нашего офиса, что-то в нашем офисе я никого сейчас сегодня не знаю.
только вот Мию знаю, вот эту женщину, а всех остальных я не знаю. Новенькие тут у нас. Собака, видите, у нас с крыльями с такими. The bee dog. Bee dog. Ну вот. Они тут собираются. Я это все не очень люблю, поэтому пойдемте дальше смотреть, кто будет в костюмах. А, машин. Везде все закрыто. И сейчас будет, я так понимаю, тут на дороге тьма тьмущая всяких костюмов. Попробуем сделать видео интересным. Так, это что за бригада? Бригада, значит, тут такая идет. Чем сидеть у дома и ждать, когда придут к вам, идешь и смотришь, кто... А вон Боб Марли, видите, стоит. И детей-то везут. Ой, папа-то, смотрите, какой с хвостиком. А дети-то, дети-то. Они приехали, едут, чтобы их все смотрели. Мама, папа, я дружная семья идет. Выходила. Винцент ходит, говорит, еще рано. Ничего пока его не привлекает так. А вот сзади Винсента идут охотники за привидениями, по-моему. This is Hunters, Ghost Hunters? Yeah. Да, охотники за привидениями. С очками, а это лизун, по-моему. Лизун, да. That's so cute. Is that supposed to be Slimer? Yeah. Yeah, we got Slimer. I got Slimer. And I tamed it to become my pet. Yeah, he's trained it to become his pet. That's right. Тоже, видите, идет семейка Адамсов. А сзади Винсента просто неуемно вяжутся хвосты из красивых девушек. Смотрите. Oh, that's a good one. Yeah. Now, who did that make up? A very good friend of mine did. Wow. Смотрите, какие симпатичные люди. Божечки мои. Вот это да. Вау. Wow. Are you brothers, sisters? We're all sisters. We're all sisters. Yes, I can, of course. He's a girl. Итак, эти девушки, посмотрите, какие они красивые. Let's do some noise. Okay. Oh, okay. One, two, three, and we're gonna do like some scary sound, no, some scary noise. One, two, three. Especially me. I'm very scary. Посмотрите, какие девчонки. Can we see your face? I want to see your face, no. Really. No. I really want to see. No? Oh. А здесь кто? Девочки? No, just here to have fun. Ой, смотрите, какой пришел лягушонок. Лягушонок, лягушонок. Thank you. А мама такая красивая идет. А это кто у нас? Что за бизнес? Видите, как стоит. You from that store? No, we're a couple of them there. Видите, что? Rest in peace, все тут. Подходите и ешьте. Да, гуляние сегодня будет здесь такое. Чем темнее, тем больше народу будет. Видите, какие? Юниформ. А, этот мальчишка-то такой. Ой, мальчишка-то волосы синие красные. Какая хорошая новость. Наш любимый ресторан переезжает сюда поближе и побольше. Санторини. Это самый наш любимый ресторан в Диленде. Люди одновременно кушают и тут же раздают конфеты. Видите? How are you doing? All right. Hi.
God of War 4. Зверев у нас в бадминтон играет. Смотрите, с парнями из Стетсона. Тот сам университет, где у меня учился Артем. Видите, у них на майках написано Стетсон. О, господи! У него какая-то форма в голове. Боже! Посмотрите на этого парня с собакой. А, так они вот тут с одинаковой мордой все ходят. Посмотрите собачку, посмотрите. Наездник. Лошадка. Happy Halloween. Halloween. Это Тарзан. Да, это Тарзан с обезьянкой. Посмотрите. Видите, какой Тарзанчик идет красивый. Парень. Сколько здесь ведьм, всяких нечистей. Все сидят с паутиной, пьют вино. Видите, из каких бутылочек пьют они. Как в Гарри Поттере. Да, молодцы, конечно. Ребята. А полицейские в костюмах? Это костюм полицейского или это настоящие полицейские? Я, конечно, шучу. Но все очень хотят сфотографироваться с полицейскими. Это просто круто. Посмотрите. Круто. Видите, как все хотят сфотографироваться. Даже очередь стоит для того, чтобы сфотографироваться с полицейской машиной. Вот, посмотрите. Все очень хотят этого. Ой, это из нашего офиса, девчонки. Идут. Так, а это кто у нас такой красавец? Посмотрите, что делается. Ой, а здесь-то причесон. Вот это вот причесон. Вот это вот называется не уложил волосы. А тут принцесса у нас идет. В желтых платьях. Тут, по-моему, не костюмы, но похожи. Thank you.
Видите, какие красавцы в Стэтсоне-то учатся. Вот это Стэтсон! Go, Стэтсон! Я Стэтсон. О, вот это да. Видите, какие? Как из кино. Эй, девочки, какие красивые! Ури-ури! Видите, какие женщины симпатичные, красивые идут. А это что за малышки такие? Такие хорошие. Ути-ути. Ути-ути. Видите, это полицейский с ребеночком идет. Какой высокий, вы посмотрите, боже! Хвостиком. А вышина-то какая у него, посмотрите. Бусинка. О, бусинка, да, бусинка. Такой бусинка вообще прошел. Ой, смотрите. Какие костюмы шикарные. Дядечка с бородой. Ой, какие. Happy Halloween. Happy Halloween. Они не понимают. Are you, do you speak English? Yes. Ah, I say happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Посмотрите, вот видите, девчонки захотели фотографироваться даже с ними. Это такая красота. И ворона-то у нее на шесте. Ой, и это тоже Стэтсон, девчонки из Стэтсона. Ой, какие красотульки. Какие красивые. А вот Стэтсон, видите, написано? What does that say? Стэтсон women's basketball. This is basketball stuff. Yeah, this is all the girls here right now? Mm-hmm. Some of them, yeah, right there. Вот эти вот девчонки, которые на фотографии. Вот они тут все. Wow! So where are you here? Show me. А, я си, вот видите, девочка. Синегард. О, so cute. My son was in Stetson too. Okay. That's cool. Stetson too? Yeah. Are you from Stetson? Stetson basketball. Yes, Stetson, go Stetson. I love Stetson. Look at that. Посмотрите. Okay, show me one of the guy here on the team. Right here. Okay. He's gonna be the first guy on the list. Oh, the so cool. Will you play center? No. Oh. No, I play guard. Guard? You are so tall here. Yeah, he's the center. He's her right. He's her right. So where is his picture? Oh, I see. He's like, sir. That's cool. That's cool. My son was in Stetson too. Oh, really? You want candy? Come here. Смотрите, какие парни-то вообще, вообще. You like a basketball stars here. You need to go to Amway. Amway, right? Yeah, play. Magic. Yeah, wait. Посмотрите, yeah, that's sure. That's for sure. Посмотрите, какие. Вообще парень похож на... You look like, what his name? What his name? Magic. Who left Magic? What's his name? Who? The big guy. Who left the Magic? I'm a Nick fan. Dwayne Wade. Huh? Yes, he look like that. Wade? Yeah. Dwayne. Tell me the last name. I don't know. He plays in Lakes right now. He play where? For Knicks? Lakes. He play. You look like Howard. Oh, yes, yes, you are. He's bigger. It doesn't matter, you look like. You're going to be bigger. Thank you. Yeah. In the weight room, I don't.
это барбершоп, парикмахерская для мужчин. Давайте посмотрим, что там. О, это бородачи, бородачи вышли, видите? Красавцы. Ну, в халате как раз тот парень, который нам встретился в самом начале. Посмотрите, какие они красивые стоят. А там монашка. О, I like that. It's a man, oh. I thought it's a woman. Ой, какие красавцы! Смотрите, какая страшная. Вау, даже не улыбается. You don't even smile. Oh my God! Посмотрите, это же наш Распутин. Это же, он говорит, ты откуда? Я говорю, из России. Он говорит, я же Распутин. You know that song? Rau, rau, Распутин. Yeah, rau, rau, Распутин. Something of the... Yeah, yeah, yeah. Oh, I can't remember the rest of it. Yeah, that's cool. А это, видите, владелец вот этого шопа, его нифига не узнать. А это девчонки тут тоже, видимо, работают здесь, что ли. Вы посмотрите, какой у них шапка. Блин, это вообще какой супер. See Rasputin? No. Right there, inside. You see Rasputin? Oh, right there. Rasputin, yeah. Huh? I make a picture with him. Yeah. Who's this? I remember him. Yeah. Oh, you want to sit down? По улице слона водили. Видите? Идет, ей жопку переваливает. Тоже бусинка еще там. Ей не прется. Meeting, have a good day. А там просто маленький мальчишка. Вон он где находится, оказывается. Распутин меня, конечно, покорил. Просто покорил. Это просто такие бароны сидят. Вообще просто бароны, самые настоящие князья прям. Вообще. И девушки при них. О, май гад. That creepy. Very cool.
посмотрите, какой идет. Да какой же татулечка-то. Мама! Чтобы сфотографироваться здесь. Ну-ка. Ну да, вот видите, здесь студия фотографирует людей. Здесь тоже очередь стоит, целая очередь. Чтобы сфотографироваться здесь. Happy Halloween! Hello! My favorite Russian. Yeah. So how are you doing, Dom? Good. Yeah. Happy Halloween. Yeah. Happy Halloween. Are you live? Is this a live podcast? What do you mean? No, it's not live. Oh, it's not live. No. Okay. No, so if you make mistakes, we'll fix it. Yeah, yeah. I've got Shaggy and Scooby here. I see. Shaggy, and you're on TV. Like, hello. Yeah, you're on TV. Good. Yeah. А у нас-то во дворе, что творится-то, милые? У нас припарковаться негде, везде машины, дети. Мы с Винсентом сейчас приехали из Деленда. Я говорю, Винсент, как приходим домой, сразу ныряем в спальню, чтобы света не было. Мы конфеты в этот раз не покупали, потому что мы собирались целый вечер провести в Диленде. Но так как там стало темно, уже там ничего не видно. И мы вроде как, получается, ни сегодня никого не угощаем. Но народу толпа прямо от нашего дома идет. Я говорю, Винсенту, нам надо проползти в гараж. И, господи, какая у нас темнота на улице, как у кого-то в заднице, честное слово. Кошмар, позорище. Винсент, jump in. Я говорю, прыгай быстрее в гараж и закрывай дверь. Все, побежали.